Девчонки-мальчишки, доброго времени суток. Чем вы занимаетесь на карантине? Я решила наконец-таки напишите, чем вы занимаетесь на карантине. Я решила все-таки разобрать вот эту вот свою полочку. Давно не сделала вам обзор на свои пустые баночки. Видите, у меня уже сколько там скопилось разных баночек, и это будут не только пустые баночки Фаберлик. Пора уже тут навести порядок и выкинуть лишнее. А тут уже, собственно говоря, я приготовила коробочку. Мне на помощь, как всегда, пришел Капитон. И вот эти вот все, которые у меня есть, пустые баночки, буду складывать туда, скидывать туда. Закончился у меня кондиционер для белья. Обожаю наши кондиционеры. Да, Капитош? Ты тоже любишь кондиционеры? Все проверил, зай? А? По делам по своим пошел. Значит, кондиционер для белья с аромакапсулами. Хватает мне его надолго. Я, как правило, его беру не для того, чтобы белье было мягкое, а для того, чтобы оно долго пахло. То есть я люблю, когда белье пахнет свежестью, долго сохраняет свою свежесть. И вот эта вот суть самого кондиционера, ну, во-первых, у нас вся косметика, девчонки, вся бытовая химия, скажем так, проще говоря, она мало того, что проходит обязательную сертификацию, она еще плюс ко всему проходит добровольную сертификацию, она биоразлагаемая и используется в составе растительной компоненты. За это я ее обожаю, я не пользуюсь бытовой химией, которая продается в магазине. Как только вот в нашу компанию пришли вот эти средства, я полностью перешла на них. А уж тем более, когда я посмотрела ряд видеороликов, когда я посмотрела опыты с нашей бытовой химией, ну, я просто не могла пройти мимо, потому что действительно вот стоит внимания. Я вам всем рекомендую, у нас и так хватает химии в нашей жизни, и поэтому, ну, старайтесь ее как можно больше заменять, потому что деньги деньгами, может быть, вы где-то даже переплачиваете чуть-чуть, незначительно, хотя средства для мытья посуды наши, они разбавляются в воде, но, по крайней мере, вы сохраняете свое здоровье, потом вы его ни за какие деньги не купите. Я его лью совсем чуть-чуть, здесь есть мерная шкала, написано, что нужно на полотенце и постельное белье от 20 до 25 мл, я кладу намного меньше, просто для сохранения запаха. Мне аромат нравится. Покупаю разные, потому что у нас есть разные вкусы. Есть для чувствительной кожи, есть, кстати, без запаха, есть для кашемира, есть для сохранения цвета, то есть масса разных этих кондиционеров. Потом у меня закончились десерты желе Гипполайт в составе мелисса, семена расторопши, календула, имбирь. Очень классная штука, периодически тоже беру по 2 пакетика, по 2 упаковки. Здесь по 20 сашей стиков, и я их пью, по-моему, за 15 минут до еды, но просто они как сиропчик такой. Очень хорошо чистит желчный, не обладает немного желчегонным эффектом, поэтому у кого камни в желчном, будьте аккуратнее. И хорошо чистит печень. У меня, когда мама его пьет, у нее немножко горечь чувствуется во рту, то есть желчь она разгоняет. Очень классная штука, тоже ее рекомендую. Ну, у нас очень хорошие действительно продукты для здоровья. Еще плюс ко всему здесь находятся кукурузные рыльца, а кукурузные рыльца хорошо воздействуют именно на... Ну, для диабетиков, короче, полезно. Тоже имейте в виду. Закончился у меня коралловый кальций. Постоянно его беру, добавляю по одному саше пакетику на кувшин своей воды и выпиваю его в течение дня. Коралловый кальций кондиционирует воду, очищает, потому что в составе содержится серебро и, в принципе, обогащает воду полезными микроэлементами и минералами, которые находятся в этом коралловом кальции. Так как мы на 90% состоим из воды, если мы пьем недостаточное количество жидкости, ну, воды, потому что чай и кофе, это не считается за воду, и уж сладкая газировка, тем более вода, потому что вот чтобы вывести сахар из организма, то есть вот эти вот все газированные сладкие напитки и вообще сладости, они закисляют наш организм, и для того, чтобы вывести вот эту вот сладость, закисленность организма, да, после выпитого стакана воды газировки, нужно выпить 30 стаканов воды, чтобы убрать вот это вот, вычистить все из организма. Поэтому, ну, во-первых, уменьшить нужно потребление всех вот этих вот газировок. Во-вторых, желательно пить чистую воду, правильную, хорошую воду. Если у вас есть доступ к каким-то родникам, к источникам, которые находятся в экологической чистой зоне, как, например, у моих родителей, они пьют исключительно только чистую воду, да, вот это вот из родника, они не покупают в бутылках, то, конечно, у вас в деревне, если вы проживаете там в селе, если у вас есть выход, может быть, на какие-то источники, которые находятся за городом, то, конечно же, можно, ну, обойтись и
родниковой водой, но я бы все равно стала добавлять коралловый кальций просто для обогащения хотя бы полезными микроэлементами. Потом у меня закончилось жидкое мыло, розы и сандал. Возможно, это даже какой-то раритет, его сейчас в данный момент нету на складе. Могу ошибаться, нету в каталоге, потому что у нас настолько сейчас часто обновляется вся продукция, ну, не считая вот бытовой химии, что, конечно же, ну, не могу следить за теми товарами, которые уже закончились. Мне нравится запах, потому что там был не чистый запах розы, потому что я не всегда люблю косметические продукты с ароматом розы, а тут есть еще сандал. И роза, она, знаете, такая вот ближе к восточному аромату была, и поэтому она мне очень хорошо подходила. Из этой же самой линейки закончился у меня гель для душа. У меня вообще гели для душа где-то, наверное, около 5, может быть, 6 штук. Стало их сейчас чуть-чуть поменьше. Я пока немножко расхламление, скажем так, косметики провожу, то есть не закупаюсь новым чем-то, а добиваю старое, можно так сказать. И я пользуюсь гелями для душа под настроение. Вот если вам такая тема интересна, то возьмите себе на заметку. Потом вот такой вот гель для душа у меня закончился. Это зимняя наша лимитированная коллекция. Мне он очень нравился. Прямо, знаете, такой кайф испытывал. Мне никогда так быстро гель для душа не заканчивался, как этот. Хвойный аромат. Я практически им пользовалась постоянно. Действительно напоминал запах елки, действительно прямо такой вот настоящий был зимний аромат. Но, к сожалению, они закончились, возможно, в следующем году нам что-нибудь еще компания, ну, наверняка придумает. Вот, процветание Faberlic. Потом травяной чай Immunity сбор, я его пью тоже постоянно. Здесь специально подобранный травяной Immunity чай, в составе у него есть все те необходимые травки, которые повышают иммунитет. На первом месте это травы эхиноцеи, травы чабреца, лист земляники и так далее. Ну, можете сами заскринить и посмотреть. Сейчас как раз вот в этот они появились на многих региональных складах. Сейчас как раз самое то пить вот этот вот чай, поддерживать свой иммунитет, потому что я верю в силу трав. В силу нашей природы. Потом концентрированный стиральный порошок у нас есть вот такой. Вот у меня еще, правда, старая упаковка. Все наши порошки, они на органической, они биоразлагаемые. Здесь действительно, если вы обычно покупаете порошок в каком-нибудь обычном магазине, то, как правило, эти порошки, они с примесями. Там добавляют костную муку, для того, фосфаты, для того, чтобы увеличить объем порошка. И по факту, если покупаете 3,5 килограмма порошка, то там самого моющего средства килограмм от силы, и то хорошо. Вот эти наши порошки, они производятся в Германии, то есть поставщиком является Германия, а как многие из вас знают, что многое бытовая химия, которая привозится, опять же, откуда-то из таких вот мест, да, европейских, то там даже ферри, оно совершенно другое, нежели у нас. Поэтому все-таки там больше как-то об экологичности заботятся, о людях и так далее. Оно биоразлагаемое, он биоразлагаемый, протестирован, все есть сертификаты, вот РСТ – это обязательная сертификация, и так далее. Очень классные порошки. Действительно, хорошо выстирывают ткани, не содержат фосфаты, не вызывают аллергии. У меня очень многие девчонки берут, у кого детишкам, для детей аллергик. Вообще рекомендую, конечно, всей семье пользоваться. У меня родители исключительно пользуются этими порошками, хотя они далеко не дети. Я его кладу намного меньше, чем здесь указано в упаковке. На загрузку белья я, как правило, беру 20 грамм. Хотя здесь написано, что машинка стиральная 4,5 килограмма, здесь 40 грамм необходимо насыпать. Если сильное загрязнение 60 грамм, но мне достаточно 20 грамм. То есть у меня вот качество стирки удовлетворяет, у меня нет сильно каких-то загрязненных вещей. Поэтому вот, ну, здоровье, еще раз повторюсь, это превыше всего, поэтому лучше там переплатите какую-то денежку, причем этот порошок концентрированный, то есть одна упаковка этого порошка равняется 3 килограммам обычного порошка. Он действительно экономичный, покупайте, рекомендую. И у меня закончился из тоника из компании Green Mama. Мне очень нравится косметика Green Mama, потому что, как правило, там не используются СЛС, парабены,
Хотя вот здесь вот есть метилпарабен сода. Вот. Но, как правило, если посмотреть, то составы они более-менее такие на органической. Хотя здесь вот есть ДТА, парабены, но очень много продуктов именно растительного происхождения. Вот этот вот тоник для сухой нормальной кожи, он содержит в себе борную кислоту, депантенол, алантаин, экстракты череды, земляники, зародыши пшеницы, гомомелисы, мяты, липы, масло жожоба. То есть очень хорошие такие растительные составы. Приятные по запаху. Много что беру из Green Mama. Ну, так экспериментирую, тестирую кое-какие продукты, поэтому тоже вот неплохой тоник, хороший такой тоник. Ну и давайте что-нибудь из Индии посмотрим. Это у меня Йогарадж Гугл. Покупала его, пропивала курсом для суставов. Он очень хорошо работает с людьми, у которых выбита вата доши. Прочитайте где-нибудь в интернете, потому что я сейчас в одном видеоролике стараюсь все быстро вам рассказать о каждом продукте, не буду прям уж сильно так останавливаться. И вата доши, если выбита, то у вас начинаются проблемы с суставами, у вас начинаются нервные расстройства, депрессия и так далее. Покупала маме, папе своему, так как у них с возрастом суставы дают о себе знать, они у меня курсами пропивают. И что хочу отметить, у меня мама еще года 2-3 назад, она очень страдала с суставом коленной чашечки, потому что в свое время она упала, вовремя не обратилась в больницу, и видно, у нее начались там какие-то дегенеративные изменения. Сейчас она даже до сих пор не знает, потому что не проходили МРТ, что с ногой. Но были времена, что у нее нога настолько сильно клинила, что невозможно было ходить. Она практически не могла передвигаться. И тогда я и начала в свое время покупать большое количество вот этих вот Йогараджи Гугл. Я и брала наш Доброген из Фаберлик, я и брала Сайхерба, тоже там коллагеносодержащие препараты. И она сейчас реально стала бегать, она стала... Да, это дорого, девчонки, это дороже, чем, наверное, может быть, операцию делать. Уже потратила, наверное, 1050 на поддержание здоровья ее коленного сустава. Но, по крайней мере, она двигается нормально, то есть она может жить полноценной жизнью. Поэтому я и говорю, что очень важно переходить с лекарств, с каких-то, да, на... другие препараты растительного происхождения, именно это может поддержать ваше здоровье и не покалечить при этом другие органы. Вот. Все, наверное, на этом все. Я с вами прощаюсь, до новых встреч на моем канале. Желаю всем хорошего настроения. Подписывайтесь, сейчас плывут видеоролики с моего второго канала, где я делюсь своей жизнью, которая не связана у меня с Фаберлик. Регистрируйтесь в компанию Фаберлик, у вас будет возможность заказать все со скидками до 26%. И всем пока-пока!